Большая шишка. Большая шишка. Вы можете принять как факт, что Фёдор теперь большая шишка. Очень большая шишка. Я спрашиваю, а что же значит выражение «большая шишка»? Здравствуйте, ребят! Ну, слышали вы это выражение «большая шишка»? Так называют важного человека. А откуда же родилась эта... На Руси баржи по реке передвигали бурлаки. У бурлаков были свои бригадиры, старшие, и они, как правило, вставали впереди этой самой группы и, как правило, натирали себе большие мозоли, большие шишки. И когда у бурлаков спрашивали, а кто у вас главный, они кивали, вон та большая шишка. Вот откуда родилось это